Всем добрый день! Сегодня хочу показать вам свою плошечку с кактусами и суккулентами. Вот у меня дала цветочек гуэрния. Вот так лучше видно. Вот она такая красивая, прям на самом песочке. Цветочки всегда у нее на самой земле. Очень красивая. Цветочек небольшой. В полном раскрытии, как сейчас, сантиметра 3 между кончиками каждого лепесточка. Общий диаметр. А вот здесь вот у меня, если не ошибаюсь, то мамиллярия. И вот мы имеем от нее уже деточек. Сейчас сфокусируюсь. Маленький кактусятка. Вот эти красные семенные коробочки, когда высыхают, становятся вот такими страшненькими и скукоженными. Я вынимаю аккуратно, достаю оттуда семечки и рассыпаю в песочек. А потом имеем вот такие всходы. Это мой первый опыт в разведении кактусов посевом. Поэтому буду держать в курсе и рассказывать, как они растут. Так, здесь у меня другие кактусы. Это у меня красулан. Что-то она себя после зимы не очень хорошо чувствует, пропадает. Хотя раньше в такой же композиции с этими же кактусами прекрасно росла, прекрасно себя чувствовала. Дальше, вот у меня здесь деточки суккулентов. Честно говоря, не знаю, как они называются. Как цветочки, маленькие, пепельно-серо-зеленые. Укореняю их из листиков. Может, кто знает, подскажите, напишите. Дальше вот такие вот у меня красивые зелено-белые пальчики. Вот такой кактус, его название тоже не знаю. Ну и опять-таки моя гуэрния. Имею надежду, что это все дело разрастется, станет красивой большой композицией. Пока же это вот в таком виде, но все равно цветет все. Здесь, кстати, и вот этот кактус цветет. Видите, маленькие бутончики. Вот он, вот. Сейчас я вам покажу, как-то подстроюсь, сфокусируюсь. Вот. Кактусы я люблю, они меня тоже любят. Цветут часто. Вот еще бутончик. Вон там выше чуть-чуть есть. Да и вообще ко всему нужно относиться с любовью. Тогда и толк будет, и результат, и какие-то цветы на растениях. Всем желаю хороших дачных выходных. Пока.